Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем собирать теплицу Легенда 3х6 под стекло на таком бетонном основании. Пока приехали, выгрузились, начинается монтаж. Каркас теплицы у нас построен, все закрепили к основанию, выровняли по уровню, обшили стены стеклом. Сейчас будем устанавливать переливы, добивать прогоны и начнем готовить к покрытию крыши. Так, стены покрыли, крышу покрыли, форточный блок один, установили один торец, вот лицевой зашили. Значит, осталось форточный блок, торец глухой сделать и систему подвески, чем мы и займемся. Начался у нас монтаж теплицы. Напоминаю, строили теплицу Легенда шириной 3, длиной 6 метров под стекло. Идем смотреть. Видим алюминиевую дверь с лицевого торца. Дальний торец глухой. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 40x40. Покраска полимерно-порошковым способом. Цвет шоколад. Стоит все на бетонном основании. Закреплено с помощью анкеров. Все выровнено по уровню. Стекло 4 мм крепится с помощью профиля системы база-крышка. В теплице у нас есть два форточных блока на термоприводах. И имеется у нас система подвязки 4 нитки согласно будущим грядкам. Ну, даже не будущим, а уже вот намечены очертания грядок. Вот такая отличная, очень просторная, светлая, а главное, очень прочная и надежная теплица у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока. Неделю назад собрали Легенду 3х6 стекло. А сегодня мы собрали грядки. Так, 5 метров одна, 2 по 4 в разной ширины и 2-метровая. Вот так красиво очень получилось. Разнокалиберно, оригинально. Красота. Заказывайте.